Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Амурской области и публичным акционерным обществом Федеральная гидрогенерирующая компания «Русгидро». Стороны планируют совместную деятельность, связанную с развитием энергетики области и обеспечение надежного энергии и теплопотребления. Друзья, для нас «Русгидро» — это не просто один из крупнейших налогоплательщиков, работающих на территории, это такой очень надежный партнер. Подписав соглашение, мы будем сотрудничать и по теме, наверное, вывода неэффективной котельной, повышения загрузки Благовещенской ТЭС, по другим вопросам, в том числе мы на себя, компания, берем обязательства участвовать в социально-экономическом развитии в целом Амурской области и отдельно города Свободной.